На Сахалине под суд пойдет живодер, который издевался над медведем. В августе в интернете появилось видео, на котором внедорожник весом более 2 тонн переезжает зажатого зверя, которого к тому же пинают и бьют. Люди за кадром не без удовольствия комментируют происходящее, дают советы приятелю. Медведь, несмотря на травмы, у него сорвана кожа, как предполагают специалисты, повреждена грудная клетка, изо всех сил пытается вырваться. Неизвестно, чем бы это закончилось для животного, но хищнику все же удалось выбраться из-под машины. Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый 32-летний местный житель Денис Стрельцов. Теперь ему грозит реальный срок — год тюрьмы.